Медалью ордена за заслуги перед Отечеством первой степени награждена Шукшина Мария Васильевна. Чем модный нынче коронавирус. Опаснее тем, что от него никто не умирает, но выкашивает он целое поколение. Без духовно-нравственной основы не может устоять ни одно государство, ни одна цивилизация, ни одна империя. И примеров исторических тому масса. Отсутствие нравственности, совести, национальных героев, вернее, они есть. Но в культурном обществе их имена лучше не упоминать. Отсутствие морали приводит к необратимым процессам, приводит к деградации нации. Культура речи, культура общения убивается на глазах, людей стравливают друг с другом. Невооруженным глазом видно, что идет социальный эксперимент. Люди ненавидят друг друга. Сначала из-за масок, теперь из-за вакцин, скоро из-за QR-кодов, видимо. И это необходимо прекратить. Конечно, что-то все убивают друг друга, а врага так никто знать и не будет. Знаете, такая схема искусства войны в Китае называется «Мудрая обезьяна с горы наблюдает за схваткой двух тигров в долине». Современные войны ведутся пушками и ракетами, они всех смели. Науки, образование, культуре, медицине, здравоохранение. И никто даже не пытается понять, что это целенаправленная духовная диверсия по расчеловечиванию и разделению людей, и остановить эти процессы. Запрос на духовность и нравственность в обществе есть, поверьте, есть. И я говорю про большую часть гражданского общества. И не видите, это просто преступление перед людьми. Я прошу прощения, может быть, за эту резкость. Но это уже просто, это уже крик души, это СОС, уважаемый Николай Владимирович. Служу Отечеству. Медалью ордена за заслуги перед